вами Таня, и это MyLifeFit. Сегодня мы рассмотрим комплекс для ягодиц и бедер. Первое упражнение мы будем выполнять подкачку ягодиц. Для этого нам необходимо будет встать на четвереньки. В этом упражнении мы будем выполнять для начинающих от 10 до 15 повторений на каждую ногу. Если вы в себе чувствуете силы сделать больше, то можете постепенно повышать нагрузку на каждую ногу. Повторение. Становимся на четвереньки. Натягиваем пресс, чтобы спина была ровна. Носок натягиваем на себя. И выполняем поднятие и опускание ноги. Не забывайте дышать. Старайтесь фиксировать и задерживать ногу. Вы сразу почувствуете, как у вас работает мышца. Следите за тем, чтобы ваш носок был натянут на себя. После того, как мы закончили первое упражнение, выполнив 15-20 повторений на каждую ногу, мы переходим к следующему. Сейчас мы будем выполнять приседания. Будем выполнять приседания от 20 раз. По мере вашей подготовленности вы можете повышать нагрузку. Становим ноги на ширине плеч. Выполняем приседания. Внимательно следите, чтобы пятки не отрывались от пола и ваши колени не выходили за уровень стоп. То есть не должно выполняться вот так. Приседание выполняется вот так. Для того, чтобы лучше держать баланс, вы можете помогать себе руками, выводя их вперед. Не забывайте дышать. По окончанию упражнения мы переходим к следующему. Сейчас мы будем выполнять зашагивание. Для этого нам понадобится возвышенность. Дома вы можете использовать табурет или тоже кровать. Мы сначала будем выполнять зашагивание, поднятие и колено к груди. Возвращаемся в исходное положение. Следите за тем, чтобы стопа становилась полностью на поверхность возвышенности. По окончании упражнения мы переходим к следующему. Сейчас стоя на двух ногах, мы переносим вес тела на одну ногу. Втягиваемся, натягиваем максимально носок на себя и выполняем отведение. Старайтесь не делать рывками, растягивайте упражнение и постарайтесь максимально задержать, зафиксировать положение, когда у вас ягодичные мышцы сокращаются. Таких мы выполняем 30 повторений на каждую ногу. Вы сразу почувствуете, как работают ваши мышцы. По окончании комплекса сделайте перерыв в одну минуту. Таких вы должны выполнить 3 комплекса. На следующий день у вас, скорее всего, появится препаратор. Не пугайтесь, продолжайте заниматься, и у вас все получится. Результат не заставит себя ждать. С вами была Таня, и это MyLifeFit.